Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, случилось чудо на моем аккаунте. Я почти с бесплатки выбил нового героя под названием, ёпта, как он назывался, ебанутый профессор, да? Безумный ученый, извиняюсь. Нельзя так было говорить, безумный ученый, дамы и господа. Ну а мы не забываем акцию, чем больше ставите лайков, тем больше я выпускаю видосов на следующий день, ребятушки. Так что я на вас надеюсь, вам ничего сложного, но если хотите видеть побольше видосов от меня, лепите, пожалуйста, лайки. Вот и уже совсем скоро начну пилить видосы и по другим компьютерным интересным играм. Так, безумный ученый, короче, выбил безумного ученого. Сейчас вы это увидите, как это произошло вообще. Паролем немножко, паролем. Где... Опа! Вот это прикол! Вот это прикол! Вот это прикол! Ну-ка, кто там еще лайк не поставил, а? Ну и сегодня у нас задача взять его, прокачать, типа с ним познакомиться. Не знаю вообще, чё, как. Опа, опа. Ничего себе, ничего себе. Опачки, ну-ка нах... На, так, усаживаемся поудобнее, что у нас тут? Так. Короче, сегодня мы его прокачаем, но перед этим возьмем, сделаем вот так вот. Так, дальше вызов. Угу. Так, давай. Вызов, погнали. Нормально, так, все прошли. Давай еще. Вырубил, отлично. Слушай, как-то легко идет, я даже не знаю. Да, вот. Так вот, что ли. Давай. Вот, сейчас уже медленно, смотри. Сейчас можем получить люлей. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так, ты там, я надеюсь, сел, свой княжеский лайк поставил, там пельмешек навалил себе вкусненьких. У тебя, надеюсь, все хорошо. Вот, будем надеяться, дружище, да? Будем надеяться. Так, ну, слушай, пока что получается, пока что нормально. Не подпускаем его близко к себе. Ну, точнее, ее не подпускаем близко к себе. Держимся. Я там даже грешной мыслью подумал, там, типа, на своего... этого додика поставить на космо сфера дракона, а щит дракона его назывался. Уже ну успели. Окей, ну пятое, неужели пройдем? Давай, вызов. Давай, опа, начинаем, выпускаем. Ну и давай ускорялку включаем. Так, слушай, ну космо живет. Это как-то... Это как-то слишком легко, я бы вам сказал. Это как-то слишком легко. И давай последнюю, шестую. Получится, не получится? Давай начать. Даже ничего, ни одного самоцвета не потрачу. Ускорение. А-ха! Сука. Это что такое? Эпический герой полностью восстанавливает здоровье, после чего вы можете его ослабить. А, ну давай. Это что, типа ослабление? Да, давай, ослабляем его. Давай еще ослабляем. Мне не жалко. По пол... Ну, 450 жалко. Давай так. Посмотрим, что из этого получится. Ускоряем. Блин, сука! Вы уже использовали свои боевые шансы. Давай-ка, с ума сходим. 450, все, по полной программе его ослабили. Твою ж дивизию, что там? Леди Боу, елки-палки. Как она накидывает ему. Ну все, купить попытку, ладно, не будем больше попытку покупать. Напишите в комментариях, вот шестой уровень, каким вы это героем проходили, да? Каким вы героем проходили? Интересненько. Ну, может там что какого-нибудь другого использую. Ладно, не суть, нам надо распаковать этого сученыша. Вообще посмотреть, я уже забыл, что он там по умению делает. Вот оно. Кстати, может, у меня там осколки Леди Боу собрались? А? А? Как вам такое? Да, деточка, да!
Я, может быть, даже и две вырубил бы, если бы сейчас все-таки прошел бы этот уровень. А что у меня с Леди Бо? Какого она у меня уровня? Ну, то есть она с эволюцией или без? А она как раз-таки без второй эволюции. Мы можем ей взять и сделать ее. Так, давай. Опа. Купить. Опа. Использовать. Эволюционировать. Ну, вообще огонь. Улучшить навык. Добавить опыт. Так, у нас тут сегодня вообще... У нас все не по плану идет, друзья. У нас все идет не по плану, но зато прокачаем немножко силы. Это хорошо. Это же хорошо, ребят. Как вы думаете? Но по факту у нас знакомство с новым героем. Но вы сами видите, что происходит. Но это надо сделать. Это надо, ребята, сделать. Сейчас по-быстрому. Сильно там запариваться не буду. Вот. Так, ману, я думаю, тоже можно расчехлять по полной программе. Окей, ну-ка заходим. Давай. Эволюционировать. Усовершенствовать, да. И на максимум. Е-бой. Так, 200 уровень, вторая эволюция. И теперь можем ей прорывчик прокачать. Ну давай. Какой у меня прорыв у этих героев? 10-й, у этого 15-й. Ну давай сразу всем эпикам будем 15 уровень прорыва делать. Так, давай сначала сделаем тогда для Спарки. Так, ребятушки, смотрите, Спарки прокачали 15 уровень. Давай теперь прокачаем 15 уровень. Уровень Леди Бо. Только я что-то... Авто, все, пошло. А, ну у меня 19 тысяч камней, пока что живем, нормально, полетели. Так, ребята, Мадам Бо, я что-то Леди Бо, Мадам Бо. Ребят, докачано, 15-й прорыв, все хорошо, выглядит красиво. Так, что у нас? Что у нас? Мы распаковали нашего говнедика. Подожди, сколько у меня вообще свободных мест? А, ну так вот, 129, подожди, мы его распаковали? Да, мы его распаковали, смотри, у него сразу чаша вампира. Так, что у него по умению? Да, ой, подожди, давай ему сразу умение на 10-ку качнем. Вот, так, давай, есть использовать, смотри, наносит урон равный 890% от атаки, всем вражеским отрядам случайной области, также увеличивает получаемый ими урон на 33%, этот эффект можно снять, на 5 секунд увеличивает уклонение героя на 62%, На 5 секунд. Кулдаун 7 секунд. Этот герой не восприимчив к молчанию. Атака этого героя увеличивается на 4%. Когда он выполняет уклонение, эффект увеличения атаки будет суммироваться, пока герой снова не использует свое умение. Слушай, я не знаю. Хер его знает. Может, какой-то проклятый доспех, что ли? Проклятый доспех. Или чаша дракона, или как там, блядь, щит дракона. Что-то такое, вроде по урону у него нормально. Может, типа об отражении будет убиваться, хер его знает. Ну давай, блядь, попробуем. 3000 коробок, не знаю, хватит мне, не хватит на чашу дракона. Ну, на первое время поставим, дальше будет видно. Тоже что-нибудь на жизнь, ему надо созвездие... А созвездие уклона ролить, но как бы нет у меня этого богатства. Точнее, как бы у меня нет, я не могу его эволюционировать. То есть, ну, аугментировать я не смогу. Снаряжение, созвездие. Ну, тут да, тут все нормально по созвездию. Так, ладно. Ладно, давай. Щит дракона, пожалуйста, давай. Выпади. Выпади щит дракона, выпади щит дракона, выпади щит, давай пока просвещение ему, ожог, ну хотя бы я посмотрю, знаете, типа как магия работает, красиво, некрасиво, прикольно, неприкольно, ну вот, а вы можете в комментариях мне советовать какой талант, то есть, ну, ресурсы есть, если что, я его могу поменять, и будет все хорошо. Так, бог войны, давай, и хочу щит дракона. И вроде и защиту дает, и как бы и об отражении не сдохнет, наверное, может быть, если повезет. Если он от чего-то другого не сдохнет, то, возможно, он не сдохнет от отражения. Короче, надо смотреть.
Ну и да, хорошо бы ему сделать эволюцию, созвездие, уклоны какие-нибудь. Ну что, ну он прикольный, друзья. Так, скорость. Давай, просвещение. Давай, каменная кожа. Оживление. Самоуничтожение. Да твою ж дивизию. Ярость небес. Утекание жизни. Стойкость. Смертельный удар. Бастион. Давай уже, реанимация. Какой раз ты падаешь? Давай щит дракона, ёпта. Мне лень что-то долго здесь мучиться. Может, я возьму это все перемотаю, чтобы вы не мучились. Не прошло, елки-палки, и 20 лет. Я выбил наконец-таки щит дракона. Не знаю, ну коробок 100, наверное, потратил. Вы там потом можете на повторе посмотреть. Берем и ставим. Опять же говорю, пока на первое время. Дальше будет видно. Я в душе не ебу, какую ему сборку надо делать. Я просто, исходя из своих соображений, давай ему, не знаю, на первое время какого-нибудь питомца. А, ему же еще просвет надо прокачать. Ну, чтобы его прокачать, ему просвет. У нас же все автоматически, да? Классно, мы сейчас будем использовать золотые книги. Замечательно. Так, ну давай мы сейчас максимальный уровень без эволюции сделаем, да, и посмотрим, чё как. Чё как, друзья, давай. Опа, так. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Не останавливаемся. Так, золото, золотишко, золотое у нас есть. Что-то мышечка у нас подглючивает. Так, руны, просветик, просветик, нормально. У меня уже, между прочим, 150 тысяч силы, да. Кто здесь крут? Я здесь крут. Кто здесь грут? Грут, грут, турурут. Так, давай. 40, 50-й просвет. Ну, когда уже закончится все добро. Ой, ну, конечно же, князь, возьми задонать. О, давай самики откроем. Сколько у нас тут? 1000. Тут 540. Так, это мы тоже можем открыть. Пригодится, пригодится, друзья. От этого никуда не деться. Так, вот это тоже откроем. А, так, золото мана, давай, быстро полетело все. Оп, оп, оп. Разогнусь и продолжу, друзья. Разогнусь и продолжу. Усовершенствовать. Улучшить навык, добавить опыт. Да, деточка. Оп, и все. И как бы и все. Да, и как бы эволюционировать мы не можем, потому что повторочки-то нихера нету. Повторочки-то нихера нету. Так, ладно. Это все ерунда. У нас есть еще просвет, который мы можем прокачать, друзья, который даже не то, что можем, который мы обязаны взять и прокачать. А потом зайдем еще в судьбу. Потому что благодаря появлению этого героя, наверное, может, там что, у кого судьба поднялась. Я хер его знает, конечно. Посмотрим. Давай. Руны. Просвет, полетели. Давай ты уже когда прокачаешься. Что-то это все быстро улетучивается. Оп, оп. Оп, 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 ля. Так, хотел опять же короткий видос, но что-то как-то не получается. Так, еще буквально, еще чуть-чуть, и будет все хорошо. Еще чуть-чуть, и будет все хорошо, друзья. Так, руны, просвет. О, докачали до максимума, теперь можем сунуть, в принципе, любую эмблему. Можем, конечно, ему всунуть вальс клинков, уклонение плюс 8%. Он получает 200% атаки на 2 секунды, восстанавливает 60% от максимального здоровья. Слушай, подожди. Не, ну а чё? Да? У него же уклон увеличен. В эти моменты как бы будет весело. Ну опять же, это в будущем, когда я ему уклон соберу. Сейчас-то толку от этого вальса будет, ну, откровенно мало. Но если я как бы потрачу нормальное количество самоцветов на твоего безумного ученого, то теоретически, да, там будет как бы вальс на нем достаточно выгоден, наверное. Но опять же, так, окей. Ну, пока что просто, что мне в первую голову приходит. И сейчас я, конечно, его там где-нибудь выпущу, да, мы на него посмотрим. Вот, но сами ребята понимаете, что... Сами ребята понимаете, что как бы вариантов его протестить, да, когда не прокачан,
Не так много. Слушай, ну 30-го этого. Подожди, здесь что? Здесь мы не можем. Здесь, а здесь можем. Берем, можем, переможем. Во. Так, судьба. Здесь тоже можем. Нормально. Окей. Слушай, лям 152 тысячи силы. Это достаточно неплохо. Ну что, эволюцию ему, конечно, не сделать, да? Ну давайте, если вы досмотрели до этого момента, давай попробуем выбить ему повторку, чтобы ему аугментацию сделать. А вдруг мне еще раз попрет? Я буквально... Жрица воды. Жрица воды. Недостающая, да? А? А? Как вам такое, Илон Маск, да? Ну, мне хотел, конечно, повторку этого чебурека, да? Но у нас тут жрица воды выпала. А? Как вам такое, Тесса? Ну, давай еще десятку. Ну, давай, да. Давай, как бы, распрет, может, попрет. Еще 2000 самоцветов. Мадам Боа. Слушай, прет, конечно, дико. Ледяной феникс. Блин, ну, давай, подожди. Ладно. Мисс Магия. Давай еще вот 2000. 2000 и все. Варлок. Профессор Риббит. Влад Дракула. Ладно, все. Так, Саша, возьми себя в руки. Остановись, наркоманты гребаные. Так, мы выбили еще одну недостающую эпик сучку. О, но ничего, ничего. Это уже как-нибудь мы потом. Итого у меня уже 4. По сути, почти 5 эпик героев. Так, окей. Сюда, да, жалко там, грубо говоря, пока вторая эволюция, да, не достигнута. А, я ж могу ему еще сюда каких-нибудь героев сунуть. Давай, чё. Кого я, допустим, редко использую, да, оккультиста. А, подожди, вот. Ну, допустим, вот так вот. Не знаю, допустим, вот так вот. Давай вот так вот. Все. Просто Dream Team. Dream Team по полной программе. Вот сейчас я еще не видел, как у него магия срабатывает. Вот эта вот вся хурма. Вот. Но мне интересно. Давай, даже не знаю, поспавлю чуть-чуть. Толку. Ну слушай. Потому что по нему лупит там Фрея, наверное, с эволюцией, наверное, с прорывом. Он как-то умудряется удар держать. И он еще умудряется уклоняться, при том, что у него как бы нет уклона. Ну, то есть, как бы у него нет аугментации. Да, он, конечно, нихера не хилится. Ой, 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 тут сразу лиса. Ну, лиса, да, конечно. Слушай, ну, что-то мне уже нравится. Мне уже нравится в рейдах, да, его бессмысленно тестить. При том, что он без какой-либо... Без какой-либо этой... Кстати, я про мастерское подземелье-то вообще забыл. Давай, не знаю, этим составом и долбанем. Посмотрим вообще, что будет. Да, я забыл про мастерские подземелья. Я их давно не фармил. Лох. Лошара. Лохопед. Это плохо. Надо фармить. Вот. Надо фармить. Нормально. Нормально. И он живет, как бы. Да, казалось бы, без эволюции, без ничего, но живет. Что-то там даже как-то могет, наверное. Ну, сейчас мы тут, как бы, эту херню пройдем. Конечно, половина героев нахер не нужны. Ну, типа, какие стояли на базе, тех и взяли. Так, давай. Погнали. Я тут даже не понимаю, как, ну... О! Стой, подожди. Вот это его магия сработала по области. Да, тут тоже всех изничтожили. Ну, если это его магия сработала, то тогда, конечно, это выглядит интересно. В другой конец карты, по сути. Ну, не в другой конец, но как бы... грубо говоря... А, не, ну, мне кажется, он по всей карте долбит. И радиус, конечно, его долбежки достаточно большой. Но мы сейчас это увидим, когда пойдем в подземку. Слушай, ну он мне нравится, да. А, без магии. Ну, вычищает, вычищает, без эволюции, да?
без чего-либо на урон, как бы он куда попадает, нормально вычищает в подземке. Сейчас посмотрим, что он будет выделывать, что он будет выдавать. Мне нравится, мне что-то уже как-то нравится, хотя толком тут, конечно, незаметно, да, что он там делает, вот это вот все, но мне уже как-то нравится. Мне уже как-то нравится, мне уже как-то по приколу. Он достаточно такой, ну, как бы, ну, с импотенцией у него все хорошо, судя по всему. Хоть он и старый. Все когда-то будем старыми, друзья. У меня есть кружечка Angry Birds. Опа. Так. Окей, добиваем здание. Ну, что-то он как-то больше не срабатывает. Или он... А, нет, срабатывает. Но он не ваншотнул здание, на самом деле, да? То есть, как бы видели, он там по области долбанул. Или, может быть, там вроде круг, и внутри этого круга как шипы вылетают. Может быть, он не весь круг дымажит, а только туда, куда шипы попадают. Ну, тут... Тут без пол-литра не разберешься. Ладно, жестокая, давайте стандартная. Стандартная наша залупа, которой мы занимаемся, она никаким образом не относится к тестингу, но все-таки. Но все-таки. И смотри, ну, мисует, мисует. Это при том, что он не аугментирован. Слушай, подожди. Подожди-ка. А урон вроде он такой неплохой нанес. Вот если бы он еще раз ударил, да, своей магией. Что-то я пропустил момент. Еще раз напоминаю, там, ну, у него на урон, по сути-то, ничего нету. Ну, тут он, да, вычищает. Куда попадает, то там все, до свидули. Ударь по центральным героям. Что бедного застанили. Ему бы еще, знаете, эти... Ух ты, елки-палки. Ему бы еще, как бы вам объяснить, иммунитетов, да, к этим станам, там, заморозкам. А вообще пацаны ему не было. Снова вошли в стан. Снова вошли в стан, ну. Давай, раздуплись, брат. Раздуплись. Сейчас как долбанет своим умением по героям. Ну, по дракону там. О, ну слушай, мне кажется, там урон нифиговый прилетает. Но мне кажется, как-то рандомно. Потому что, ну, дракона он не зацепил. Так что... Ну, фиг его знает. У него, кстати, почти ХП отняли все. Его никто не отхиливает. Ладно, короче, давайте не будем затягивать это видео. Тут понятно, что все понятно, и так понятно и без моего экспертно-диванного аналитического мнения. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Мне герой нравится, но мне бы хотелось бы, чтобы мне еще пару повторок выпало, и я ему хотя бы смог сделать вторую эволюцию. На этом все. Всех целую, жду сегодня на стриме. Всем пока.